Если у вас есть куриное филе, ваше меню никогда не будет скучным. Вариантов приготовления не счесть. К примеру, приготовьте филе, фаршированное куриной печенкой с грибами и огурчиками. Если вам не хочется возиться с лодочкой, просто надрежьте филе сбоку и фаршируйте кармашком. На вкусе это никак не отразится, он будет великолепен. Филе опустите в ледяную соленую воду на время приготовления начинки. Так оно будет очень сочным. Грибы нарежьте мелкими ломтиками и обжарьте до легкого румянца. Затем добавьте нашинкованный лук и жарьте еще пару минут. Добавьте тертую морковь и тушите, помешивая, до мягкости моркови. Добавьте соленый огурец, нарезанный мелкими кубиками. Потушите пару минут. Добавьте мелко нарезанную куриную печень и обжарьте все вместе почти до готовности печени. Посолите и поперчите по вкусу. Остудите начинку и добавьте пару ложек сметаны. Перемешайте. Филе выберите из воды и хорошо просушите. Сделайте надрез вдоль, затем, работая маленьким острым ножом, надрежьте по обе стороны, чтобы образовался карман для начинки, а вся конструкция стала похожа на лодочку. Выложите в смазанную форму для запекания. Наполните лодочки начинкой. Смажьте края сметаной. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке до румяной корочки. Незадолго до готовности присыпьте тертым сыром и дайте ему расплавиться. Проверьте готовность филе, сок при проколе должен быть прозрачным, а филе – насквозь матовым. Подавайте сразу же, дополнив свежими овощами и зеленью.